Привет, ребятки! И в этом видео мы разберем, как использовать сайт тег. Ну, это тег обозначает название какой-нибудь работы. Итак, ну, допустим, вы написали какую-то, сделали работу и хотите ее подписать. То есть, ну, название этой работы должно быть обозначено в сайт. Допустим, у нас есть изображение, вот, img jpg. Вот обновим его, да, вот рука просто там, да, и там работа, допустим, рука. Напишем вот параграф, давайте в параграфе добавим сайт. Рука написана Васей Пупкиным. Ну, допустим, теперь обновляем. Видите, вот она этим наклонным шрифтом сделана Васей Пупкина. Это обязательно только название картинки надо в него помещать. То есть это используется сайт для обозначения названия какой-нибудь своей работы. Там может быть не только изображение, ну, в принципе, только изображение, но там может быть какое-нибудь изображение, что-то написано, и вы сюда название втулите. Все.